Республика будет полностью независимой, когда обретет энергетическую самостоятельность. Узбекистан относится к тем немногим странам, которые полностью обеспечивают свои потребности за счет собственных энергоресурсов. Государственная акционерная компания «Узбекэнерго» создана в форме открытого акционерного общества и является органом управления в электроэнергетике и угольной промышленности. Компания «Узбекэнерго» является основным производителем и поставщиком электроэнергии в республике. Установленная мощность электростанции Узбекистана превышает 12,4 миллионов киловатт, что составляет порядка 50% генерирующих мощностей всей объединенной энергосистемы Центральной Азии. Электростанции компании ежегодно вырабатывают более 50 миллиардов киловатт-часов электрической энергии и отпускают потребителям порядка 8 миллионов гигакалорий тепловой энергии. Для бесперебойного обеспечения электроэнергии народного хозяйства и населения республики и стабильного развития энергетического потенциала страны, правительством Узбекистана принято ряд программ по развитию и реконструкции генерирующих мощностей «Узбекэнерго». Это программа развития промышленности Республики Узбекистан на 2011-2015 годы и инвестиционная программа Республики Узбекистан на 2013 год, предполагающих реализацию 48 инвестиционных проектов. Одним из реализованных инвестиционных проектов является проект внедрения когенерационной газотурбинной технологии на ОАО «Ташкентская ТЭЦ». Ташкентская ТЭЦ. Наращивание энергетического потенциала. Ташкентская ТЭЦ – основное предприятие по выработке тепла и электроэнергии столицы. В состав открытого акционерного общества «Ташкентская ТЭЦ» входит 7 производственных цехов и 11 вспомогательных подразделений. Установленная электрическая мощность Ташкентской ТЭЦ составляет 30 мегаватт, тепловая мощность по ГВС – 595 гигакалорий в час, по пару – 415 тонн в час. Ежегодно ТЭЦ производит более 180 миллионов киловатт-часов электроэнергии и 1,7 миллионов гигакалорий тепла. За время эксплуатации теплоэлектроцентралью выработано более 20 миллиардов киловатт-часов электроэнергии и отпущено потребителям более 124 миллионов гигакалорий тепла. Зона действия ТЭЦ по отоплению и ГВС распространяется на 7 районов города. Количество объектов, обслуживаемых Ташкентской ТЭЦ, более 2000 единиц. Это жилые дома, школы, детские сады, больницы, административные здания и промышленные предприятия. В свете получивших развитие новых технологий, на ТЭЦ намечена программа планомерной модернизации и технического перевооружения предприятия. Между правительством Республики Узбекистан и Японской организацией по развитию новых энергетических и промышленных технологий НЭДО подписан меморандум о взаимопонимании по совместной реализации модельного проекта повышения энергоэффективности на Ташкентской ТЭЦ с внедрением когенерационной газовой турбины с высокой производительностью. Целью проекта является содействие эффективному использованию энергии и защите окружающей среды в Узбекистане путем установки и демонстрации оборудования, включающего технологию когенерационного газотурбинного производства энергии. Проект модернизации Ташкентской ТЭЦ реализуется благодаря финансово-техническому содействию НЭДа и поддержке Министерства экономики Республики Узбекистан. Общая стоимость проекта – 62,9 миллиона долларов США, из которых 24,9 миллионов долларов – средства государственной акционерной компании «Узбекэнерго», 38 миллионов – средства НЭДу. В соответствии с постановлением президента Республики Узбекистан от 4 февраля 2010 года о мерах по реализации проекта по внедрению когенерационной газотурбинной технологии на ОАО «Ташкентской ТЭЦ» определено: заказчик – Ташкентская ТЭЦ государственной акционерной компании «Узбекэнерго». Генеральный проектировщик – теплоэлектропроект. Тахоку Electric Power определена подрядчиком по установке основного оборудования, предоставляемого японской организацией НЭДО.
Основное и вспомогательное технологическое оборудование, в которое входят газовая турбина, дизельный генератор и редуктор, произведено компанией Hitachi, одной из крупнейших мировых многопрофильных корпораций по производству электротехнического и энергетического оборудования. Газовый компрессор произведен японской компанией Kobelco, которая является ведущим производителем компрессорного оборудования. С узбекской стороны была осуществлена поставка электротехнического оборудования. Это блочный трансформатор и трансформаторы собственных нужд пристанционного трансформаторного узла, изготовленные Черчикским трансформаторным заводом. Комплектное открытое распределительное устройство 110 кВ и сложнейшая система противоаварийной автоматики и релейной защиты на основе микропроцессорных технологий изготовлено и поставлено предприятием электроаппарат «Электрощит». Кабельная продукция в количестве более 80 км поставлена предприятием «Узкабель». Строительство газотурбинной установки началось в 2010 году. Строительство включило в себя возведение основных фундаментов газотурбинной установки, котла-утилизатора, а также монтаж основного оборудования. Под руководством специалистов Tohoku Electric Power работы выполнялись подрядными организациями, входящими в структуру государственной акционерной компании «Узбекэнерго». Это строительная организация «ТАШЭС Курилиш», организации, специализированные на выполнении монтажных работ, «Энергоисциклик-монтаж», монтажное управление номер 4, «Электроизолит». Несмотря на то, что когенерационная технология на базе газотурбинной установки является новой для Узбекистана, проект был реализован в рекордно короткие сроки. Всего за 29 месяцев были выполнены все строительные и монтажные работы строго в соответствии с требованиями японских стандартов. С марта 2013 года специалистами были начаты работы по тестированию установленного оборудования. В тестировании и пусконаладочных работах приняли участие японские специалисты заводов Hitachi, Kobelco, IBB, DKME, с узбекской стороны специалисты предприятия «Энергосредазналадка» и «Электроаппарат». Слаженная и высокопрофессиональная совместная работа узбекских и зарубежных специалистов позволила 1 июля 2013 года провести пробный пуск турбины на холостом ходу при 20% нагрузке. А первая электроэнергия в единую энергосистему Узбекистана от газотурбинной установки была выдана уже 28 июля текущего года. На сегодняшний день установка отработала более 750 часов и выработала 15 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Выходная мощность была достигнута максимума в 29 мегаватт. Было подтверждено, что результаты испытаний, приведенных к проектным условиям, выше гарантированных значений. Расчетные технико-экономические показатели газотурбинной установки. Выработка электроэнергии в год. 228 миллионов киловатт-часов. Суммарная выработка по ТЭЦ 400 миллионов киловатт-часов. Расход природного газа ГТУ в год 74,8 миллиона кубических метров. Эффект по энергосистеме за счет ввода газотурбинной установки. Экономия природного газа 39 миллионов кубических метров в год. Снижение выбросов СО2 49 тонн в год. 23 августа 2013 года на Ташкентской ТЭЦ состоялся пуск инновационной для Узбекистана когенерационной газотурбинной установки, предусматривающей совместное производство электрической и тепловой энергии. На торжественной церемонии запуска присутствовали представители посольства Японии в Узбекистане, делегации японских компаний NEDA и Tohoku Electric Power, правительство Узбекистана, заместитель премьер-министра Ибрагимов, председатель государственной акционерной компании «Узбекэнерго» Басидов, посол Японии в Узбекистане Фумихико Като,
председатель японской организации по развитию новых энергетических и промышленных технологий НЭДа господин Фуракава Кадзуо, исполнительный директор Tohoku Electric Power господин Томонори Инагаки. Зарубежные специалисты высоко оценили успешный ход реализации в Узбекистане модельного проекта, качество организации работ на всех этапах его осуществления, а также намерения о дальнейшей реализации совместных инвестиционных проектов и укреплении сотрудничества между узбекскими и японскими компаниями. Нам удалось успешно реализовать совместно с узбекскими партнерами данный модельный проект. Хотелось бы особо отметить, что Япония и Узбекистан имеют большой опыт в деле экономического и культурного сотрудничества. Организация НЭДа уже более 30 лет занимается реализацией энергосберегающих проектов, и данный проект является одним из крупнейших проектов НЭДа на сегодняшний день. Мы и дальше намерены сотрудничать. Развитию энергетики ваше государство отводит пристальное внимание, а это важное условие для продолжения кооперации. И уже сегодня в сфере энергетики продолжается дальнейшее сотрудничество между Узбекистаном и Японией. Подписан меморандум о взаимопонимании о модернизации и техническом перевооружении генерирующих мощностей узбекской энергосистемы. Газотурбинные установки имеют ряд преимуществ, отличаются простотой и полной автоматизацией. Они более компактны и обладают высокой маневренностью. Переход на новые энергосберегающие технологии на Ташкентской ТЭЦ позволит поднять эффективность использования топлива, значительно снизит выброс загрязняющих веществ и, что немаловажно, создаст новые рабочие места на предприятии. Когенерационные газотурбинные установки будут вносить вклад в дальнейшее развитие промышленности Узбекистана в области энергетики и экологии.